На месте трагедии продолжают работать правоохранительные органы. Они документируют очередное кровавое преступление российской армии. Оккупанты, предположительно, ракетами С-300 обстреляли территорию авторынка. Чем характерен удар этого комплекса, рассказал начальник управления взрывотехнической службы полиции Сергей Угрюмов. Эти ракеты при попадании, встрече с препятствием, происходит взрыв. Осколочные поражающие элементы рассеиваются на большой площади и поражают как людей, так и окружающее пространство. Это мы видим по большому количеству повреждений в колонне транспорта, который собирался выезжать на временно оккупированную территорию. Первые взрывы прозвучали около 7 утра. В это время только формировалась первая колонна автомобилей для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины. Вот что рассказывают люди, которым чудом удалось выжить в этом аду. Чей-то муж, жена плачет, и все это в такой истерике, все это в такой... Вы даже не поверите, как это страшно, это просто мы не ожидали. Начинают бегать, ну, спрашивать, где чей сын, где чья мать, где дети, детей хватают, паника началась. И тут сразу второй взрыв, вот там темное небо. Люди бегут, спрятаться некуда. В этом кошмаре погибла собственница заведения, в котором работала Виктория. Но самое страшное, что погибла моя Гала. Я ее любила как человека. Я работаю всего 2,5 месяца, 3 месяца, может быть. Она замечательная была. В колонии помимо частного транспорта стояли волонтеры, которые занимаются эвакуацией людей с оккупированных территорий. Всеволод руководит одной из таких организаций. Сегодня должен был отправить очередной автобус с 2 водителями. Одному из них удалось спастись. Перед выездом он заехал на заправку. Наш автобус чудом успел выехать, дозаправиться. Водитель сказал, что надо дозаправиться, и выехал перед самым обстрелом. Возвращаясь обратно, то есть начали обстреливать территорию, и водитель оставил автобус у обочины. А второй водитель остался кофе пить там. И вот на данный момент с ним нет связи. Тела пока не опознают, и пока, ну, не оглашают. Процедура документации и опознания тел погибших усложняется из-за угроз повторных ракетных ударов. Каждый раз при объявлении воздушной тревоги сотрудники правоохранительных ведомств вынуждены покидать место трагедии и уходить в укрытие. На сейчас известно про 23 убитых непосредственно на территории авторынка. Еще 2 человека скончались от тяжелых ранений в больнице. Более 30 человек в тяжелом состоянии средней тяжести находятся в медицинском учреждении. Только 10 из 31 обошлись легким вмешательством. Это первичная хирургическая обработка поверхностных ран тканей. 2 пациентов вообще не потребуют оперативного вмешательства. Все другие пациенты требуют, возможно, неоднократного, серьезного оперативного вмешательства. 5 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавших с более легкими ранениями распределили по другим больницам Запорожья. Некоторые из них врачи осмотрели и отпустили домой. 1 октября в городе объявлено днем траура по погибшим при ударе по автоколонне.